устал, я уже, честно, сидеть за компьютером. О, ребят, вы уже тут. И всем привет, ребятки, вы на канале, конечно же, Артемчик Игры. Я уже не заметил, что вы тут аж оказались на видео на этом. Сегодня я хотел сделать ремонт в своем вот этом доме новом. Вчера серия была... Вчера серия была... Тут как бы я... Никого делал. Все разыскивал, смотрел. И, наверное, я вот так подумал. Просто, смотрите. Подумал, что ремонт надо крутой делать. Потому что если я такой маленький сделал, так себе будет. Погнали на улицу, пока выйдем. Блин, добрый. Блин, дождь идет. Я распугался крипера. Уйдем. Просто уже крипер ходит. Ну, надоели. Надоели уже. Чё? Там вертолет? Чё? Вертолет? Вертолет такой слабый. Хороший. Ну что, новую постройку построили? Да. О, полицейский участок, чё? Нифига себе. Ух ты, машина. Ух ты, всё. О, тут даже... Тут чё? Ничего себе. Даже полицейская машина тут есть. А, это багажник у них сзади. Ух ты ж какие. Даже большие машины есть, блин. Ух. Это, наверное, вот опять за преступниками есть. Блин, а как... А, вот, запрыгнул. Открываем дверку. А, ну да, заключу. Это что? Вот это заело, пока никто не видит. Угу. А то мне так не надо. У меня креатив сегодня, ну, как вчера. Потом, может, уже Ваня когда-то будет. Вертолет даже летит тут. Вау, полицейский участок, реально это. Там еще что-то вон построили. Дерево странное. Ой, это что? Это не значит. Потом потом берем. Ух ты ж, вау. Там когда стройки строили, стройки. Блин, красиво. Ого. Реально красиво. Так, тут у нас что? Компьютеры стоят тут. Надо потом уже будут полицейские работы. Ну-ка, тут у нас что? Не знаю. Что это такое? Полицейский участок большой. Комната допроса. А тут что? А, это вот так сидит и тебя спрашивают, короче, понятно. Или как там это? Так, ладно, не понял. А кровать тут откуда? Полицейским кровать. Странно. Ну, они тоже да, должны отдыхать, но. Но зачем в этом месте кровать именно делали? Вот это меня интересует. Что у нас вот тут, Аньки? А тут у нас камеры. Только двери тут. Кто-то уже сбежал сюда. А, ну, конечно, сбежал. О, сбежали. Надо тут подостроить все. Бежали, блин. Вот такой блок. Нет. Значит, вот такой блок. А, вот, да. Надо это застроить полицейским. Не надо, чтобы больше никто не сбегал. Это что у нас тут такое? Не знаю. Посидеть, что ли, просто.
Наверное, так, как я думаю. Можно тут поспать. Не, я не преступник. Меня тут не надо сажать. Давай. Тут больше нигде не сбегали. Туалет. Странный туалет. А, вот это туалет. Наверное, ну вот так давайте сделаем. Нет, вообще-то тут должно вот так сделано быть. Во, блин. Короче, тузик сам. Я сейчас подделаю. А то тут, наверное, как-то кто-то уже поломал тут все. Прям заключенный, блин. Вот такой туалет, как там в той камере. Дырку потом сами, может, завезут. Туалет, поменьше камера. Тоже такая поменьше камера. Ну, рядом с полицейскими машинами, как обычно. Логично, 4 камеры. Ну, многовато. Как они не многовато, маловато. Это что? А. Ладно, стоп. Вещи. Ой, ловите. Понятно. Ерунда какая-то лежит. Это, наверное, строители вот это размещали, когда еще. Почему-то возле моего дома такого нет. Багажник отломан. Странно. Ну, ладно, потом это исправим. Ладно, земля. Ё-моё! Это чё такое? Это чё такое? Вот это реально. Вот это стоит такое. А, маленькая машина. Может, стоит. Я не знаю, что. Ух ты, ресторан. Напоминает мне комар манги. Понятно, тут не русское всё. Ну, у меня это похоже сейчас чуть-чуть на отель, можно сказать. На отель это похоже. А тут что? Камарменди. Это туалет. Угу. Туалет странный. Угу. Туалет странный очень. Я не знаю, что это вот тут такое. Вон, второй этаж погнали. Ой, как его... вот. Это что, ресторан, что ли? Погоди... А как бы, где лестница на другой этаж? Не понял. Не понял. Понял. Странный отель. Ну, Гость, там ничего нет, что ли? А как вот сюда, в это место забраться? А, с другой стороны. Понятно. Тут как бы можно сказать, вот этот маленький ресторанчик сделали. А дальше там идет, ну, вы сами поняли. Что там дальше идет? Погнали к другому выходу. Потому что я понял. Дальше, да, выход и вход. Да, вход, да, есть. Это, наверное, это вход в дом. Это что, такой ковер? Ничего себе. Странный ковер. Ну, я его лучше заменю. Это что такое? Я не знаю, давайте его заменим, потому что я такой не хочу ковер. Ну, некрасиво просто. А может, и кому-то понравилось, пишите в комментариях. Если понравилось такой ковер, тогда я, ну, как бы, слайм достал. Ну, как бы, я тогда потом это изменю и поставлю. Ой, зачем я это сломала? Ну, ладно.
заменили. Все, ну теперь даже красивее смотрится. Так, дальше у нас тут идет. Второй. Тапон, нял. Второй дом. Вторая комната, я не знаю. А. Понятно, крыша протекает. Короче, ребят, я сегодня затеял вообще-то ремонт делать. А нет, ерундой заниматься. Посмотреть все. Другую серию обсмотрим. Не спать пора. Не спать пора вообще-то. Смотрите, какая ночь. Опа, а тут что у нас? Тут у нас что? Угу. Опа. Я не знаю, что он написал. Я как бы устроил это. Как бы вот это красиво. Ну, как-то сам он непонятный. Если честно, реально, он сам непонятный. На вид красивый, но сам непонятный. Хм, не знаю, ладно, полнали свой дом. Ух ты, что у меня огроменный. Ух ты, что у меня... Ой. Сейчас, ребят, я верну. Нет. Я просто не вернусь, а мы сейчас лучше поспим. Поспим. Ух ты ж, как я быстро. Смотрите, давайте вот тут поспим. Просто такой ложимся. Ой, я заснул. Накрытый. Проснулся. Погнали делать ремонт. Ой. Вон этот особняк. Там полицейский участок. Ну, вы, наверное, не увидели его, ну ладно. Так, ладно, погнали дальше. Так, ремонт, я сегодня не знаю, что к ремонту добавить. Так, нам надо. Давайте, знаете, что поставим? Ой, ну, лучше диван вместо того. Чтоб садиться можно было, а то этот как-то, ну, на него невозможно садиться. Ну, сами понимаете, на него невозможно сесть. Вообще, диван должен быть вот так где. Это чё? Ты, куб. О, во! Во, класс, диван прям на телек направлен. Надо чуть-чуть как бы его убрать. Еще-то мне больше не нужно. Ну-ка. О. Красотень. А тут мы поставим, может, побольше диван. О, я знаю, какой еще мы поставим. Смотрите, у меня-то есть один. Один диван большой. Сейчас вы обпейте. Вот. Там мы его сюда же. Ё-моё. Не, с таким диваном я не буду. Где такой диван? Короче, давайте вот так сделаем. Просто. Мне это надоело. Можно просто, давайте, красный диван поставим. Ну, вот сюда. Ты надоел. Иди-ка ты, Иван, в одно место. Дайте уложить диван этот. Давайте просто кожу тут поставим. О, красота. О, я знаю, давайте как сделаем. Давайте еще вот так сделаем. Так. Мы делаем вот так. Смотрите. Берем черное стекло. Вот тут вы, наверное, понимаете, что я хочу сделать. Но не, это не лампа. Не лампа.
Вы, наверное, поняли, что уже хочу делать, а может и нет. Сейчас вы поймете. Берем листву. И сейчас вы поймете. Ну, вы поняли, что я хотел, наверное, сделать, когда листву убрал? Вот. Вот так. Обалдеть. 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 Ну, тут пускай такой диван стоит. На это можно хоть присесть. Вот такой просто посидеть тут. Что-нибудь поделать. А тут можно вот так. На диван и телек. Просто бомбезно. Серия, наверное, у нас долгая будет. Ну, может, и недолго. Давайте вот так арочку. Ого, я знаю, как еще. Сюда мы поставим... Ну, как красиво вот так будет стоять. Ну, и реально, ребят, красиво. Давайте вот так оставим. Такой садишься, и перед тобой арочка. Со светом. Реально, обалденно. Ладно, мы переходим дальше. Тут я хочу обкрасить теперь свою комнату, потому что как-то некрасиво. Ну, мой уголок. Потому что как бы чуть-чуть некрасиво получилось. Ну, потому что это как бы полная ерунда. Ну, что мы сделаем? Ладно, я вернусь, когда подумаю. Короче, ребят, что я придумал? Ничего я не придумал. Вот я. Полка еще такая. Плохая полка. А нет, норм. О, красиво, кстати. Я знаю, как мы сделаем. Смотрите. Нет. Не так. Вот так. Вот так. Ну, можно поравнять. Ты даже поставили полки эти. Тупой мод. Что за тупой мод, а? Нет, невозможно играть с этим модом. Он такой кривой, блин. Полку. Все кривое. Ну, понятно. Кривой мод. Ну и что это получилось, а? Скажите мне, пожалуйста. Ну, нормально будешь ставиться? Да, еще не ставится это нормально. Что же за мод-то такой? Плохой. Ты тупой мод. Ну да, тупой мод. Ребят, я не могу... Не люблю Майнкрафт играть на телефоне. Ты, пука, ты что это он за бетон ставил-то? Не пойму. Я не знаю, что это он за бетон ставил. Короче. Мне это надоело. Я не знаю, что он за бетон ставил. О, наконец-то, блин. Короче, я и так еле вот эти полки соединил две. Они вообще не соединены. Короче, вот так оставим пока. Тут пока ничего не будет. Потом. Я еле установил их. Ой, ладно. А пока там ничего не будет, потому что я не знаю, что еще там поставить. Пока у нас долгая серия будет, потому что... Не знаю, сколько точно. Потому что... Ну, не знаю. Потому что... Ладно. Так, мы, наверное, поставим... Да. О, давайте вот эту полочку поставим. Или повесим ее. Не-не-не, мне такие большие не нужны. Не-не-не-не. Или эту полку поставлю. Вот за кривой. Скажите. Заворотки делали. За такой мод. Ну как так? Ровно. Класс.
Ребята, реально классно. Вот это вот получилось, полочка. Реально классно. О, давайте вот так тут еще сделаем. Сейчас мы отделаем свою комнату. Так. Как новенькая будет. Она и так новенькая пока. Так, О. Мне что-то надо, по-моему, делать вот так. Сейчас я вам покажу. Вот так. О, во! Ребята, опупенно, вообще опупенно. Сейчас мы еще вот так сделаем. Сейчас, подождите. Одну секунду, вот так, вот так, вот так. Так, вот так, еще. Ну, надо опять проводить. А, у меня есть. Ну-ка. Да что не зажигаются-то, а? Понятно. Опа. И вот так. Ну, нормально. Ну что, реально красиво, ребят. Реально, вот скажите, красота получилась. Обалденно, можно сказать. Такой подходишь к полочке, украшена полочка. За это можно даже реально поставить лайк. Я просто больше хочу света в моем доме. Давайте еще прям проведем. Во. Алло, ставится в каких-то местах. А, вот это мы берем просто. Не хочется. Я хочу, чтобы был свет. В доме в моем. Был свет. О! Просто, ребята, это можно лайкос большой поставить. Просто большой прям лайкос. Так, я же говорила, я везде свет включу. В некоторых местах не включил. Ну, моя комната больше, где я нахожусь, в этом месте больше всего. Можно сказать, больше всего света. Хотела сказать цвета. Цвет у меня когда-нибудь попозже тут будет. Так. Угу. Зажигаем. О, почти. Все. Обалденно, ребят. Просто лайкус. Лайкус. Вот разве это не красиво, а? Ну скажите, а? Так полная красотень. Полная красотень. Ну и, наверное, на этом мы будем заканчивать. С вами был я, Артём Чик Игры. Не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки и нажимать колокольчик. И всем пока.